Всем привет! Сегодня у нас 5 эксперимент и будем сегодня замораживать яйца. Два из них будет у нас сырым. Подписываем, чтобы не перепутать буковкой S. А третье яйцо я заранее сварил и напишем буковку V. Вареное. Относим в морозилку. Итак, открываем наш холодильник, морозильную камеру и ложим наши три яйца в морозилку. Примерно на 24 часа. Закрываем и ждем. На всех трех яйцах куриных есть характерные трещины, но на вареном яйце это более выражено. Давайте разобьем сырое яйцо и разрежем пополам. Его вообще разбить-то? Сейчас, секундочку. Если оно не разбивается, никак его не очистить. У меня есть молоточек. Только с помощью молотка мы смогли отколупать. Ничего себе, она замерзла. Вот такое вот яйцо, желтенькое. Сейчас давайте его разрежем. Ничего необычного. Желтый желток и белая оболочка. Что-то твердое, это как желток, как масло. Можно намазывать на хлеб. Ладненько. Сейчас попробуем вареное яйцо. У вареного яйца есть запашок неприятный. Запашок тухлого яйца. Ладно, одеваем маску и продолжаем. Руки замерзли. Все, давайте сейчас его отрежем. Здесь уже поярче. Видите, различие какое. Отлаживаю. Фу, воняет. Третье яйцо мы разобьем и будем смотреть. Так, яйцо полностью растаяло, теперь попробуем разрезать желток. Ой, как она тянется, как сопли Фирамира. Сопли Фирамира, видите, ё-моё. Вот это да. Еще пополам разрезать. Ой, намотали мы соплей на ножичек. Тихо! Ну давай отдём. Чем пахнет? Кот пёрнул. Ну чё пахнет? Да пахнет это с яйцами. Надеюсь, вам понравился мой эксперимент с заморозкой яиц. Ну это заморожил. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. И кто из нас идиот? Всем удачи и всем пока!